Уроке разберем тонкости настройки скрипта Mail Sensei и системы для массовой email рассылки PowerMTAM. В том числе разберем запуск массовой email рассылки в шоковом режиме, как это производится с помощью скрипта Mail Sensei и PowerMTAM. Для начала разберем настройки, которые нам нужны будут для работы со скриптом Mail Sensei. Переходим в backend панель, то есть панель управления скриптом администратора. И здесь нам нужно настроить, во-первых, сам скрипт, чтобы он нас ничего не тормозило, чтобы рассылка у нас шла с максимально высокой скоростью. Для этого переходим в вкладку «Параметры». Здесь открываем вкладку «Cron». Это первая вкладка, которую нужно редактировать, если у вас какие-то проблемы со скоростью отправки. Во-первых, параллельное количество компаний можно поставить 50. Это, в принципе, оптимальный объем компаний. Ну, чтобы быть точно уверенным, можно здесь поставить максимально вообще, в принципе, возможные параметры. Подписчиков одновременно тоже можно здесь поставить 500, чтобы у нас, во-первых, оперативная память не крякнула. Если поставим больше, то бывают такие моменты, что просто сервер зависает и отправка не производится. Отправка одновременно, здесь можно поставить, допустим, 100. Изменить сервер на, здесь можно поставить максимально, допустим, 500 или даже на 1000. Это в случае, если мы будем использовать несколько серверов для отправки. Пауза ставим 0, серверов отказов минус 1, e-mail в минуту, здесь ставим максимальное тоже количество, допустим, 100 тысяч, пускай будет, или миллион даже. Параллельная отправка через PCNTL. Подробно об этом параметре мы говорили при установке скрипта Mail Sensei, поэтому пересмотрите этот видеоурок. Мы просто показывали там, где устанавливаются настройки PCNTL, когда вы регистрируете и настраиваете сервер. В ISP Manager есть функция включения функции PCNTL на вашем сервере. Если она включена, то обязательно включите эту функцию здесь, поскольку эта функция позволяет нам отправлять большой объем сообщений в несколько параллельных потоков. Параллельно компании можно здесь поставить, допустим, 15, и параллельно подписчиков тоже ставим 15. Параллельно компании – это количество e-mail компаний, которые могут работать, в принципе, параллельно, да, и параллельно подписчиков – это сколько потоков будет идти отправка сервера. Не превышайте здесь параметры, которые могут, в принципе, затормозить работу сервиса. Ну, давайте вот попробуем сейчас отправить 15 компаний, посмотрим, какая будет скорость отправки. У меня далеко не самый мощный сервер, на котором стоит mailsensei.ru, так как с него мы не отправляем большой объем сообщений, он нужен просто для работы со своей базой подписчиков. Поэтому я ставлю всего лишь 15 потоков. Здесь больше мы ничего не трогаем, нажимаем «Применить изменения». Также обязательно перейдите в настройки пользователя, поскольку вот эти вот настройки, которые мы здесь установили, видите, большое количество, говорит мне, максимум 10 тысяч можно в минуту отправлять. Хорошо, ставим здесь 10 тысяч. Вот эти вот настройки, которые мы вверху здесь устанавливали, настройки доставки, это общие настройки для всего сервиса. Если они будут минимальные, но в настройках группы будут максимальные настройки, то будут использоваться максимальные настройки. Поэтому мы переходим в раздел «Пользователи», выбираем группу. Я буду использовать админ группу, так как у меня рассылка будет производиться именно с того аккаунта, который относится к этой группе. И здесь открываю сразу вкладку «Сообщения». Максимум сообщений ставим минус 1, удаление сообщений, да-да-да. Ну, в общем, интересует нас только вот эта вот вкладка. Подписчиков одновременно ставим 1000, отправка одновременно ставим 0, чтобы не было никаких ограничений. Пауза ставим 0. E-mail в минуту тоже ставим здесь 10 тысяч. Все, изменить сервер на, здесь можно поставить 0. Максимум серверов отказов минус 1. То есть здесь ставим максимальные параметры для отправки. Все, нажимаем «Применить изменения». Сейчас у нас рассылка будет идти с максимальной скоростью. Это позволит нам отправлять большое количество сообщений за минимальное количество времени. Опять же, смотрите, эта функция нужна только в случае, если вы хотите сделать шоковую отправку, то есть запустить максимальное количество писем за максимально короткий промежуток времени. Это не всегда хорошо сказывается на доставляемости писем, если вы отправляете, допустим, свою email рассылку с уже, допустим, простроенного домена, то есть вы им уже достаточно длительное время пользуетесь, у вас хорошая открываемость писем, и вы отправляете по чистой базе. Поскольку спам-фильтры, если видят большую резкую активность, они могут заблокировать рассылку, если она идет не в шоковом режиме, но с очень большой скоростью.
Я чуть попозже объясню разницу, когда вы увидите, как это работает, поскольку сам скрипт на самом деле не может отправлять очень большое количество сообщений за очень короткий промежуток времени. Он все-таки требует времени для отправки и немножко растягивает рассылку, так как мы используем сервер, на котором стоит скрипт, не только для рассылки, так как здесь работает операционная система, здесь есть дополнительно еще SP-менеджер, который кушает оперативную память, то есть дополнительно много функций, которые загружают, в общем-то, наш сервер и не дают максимально быстрой отправки сообщений. Плюсом он, конечно, у нас еще не такой мощный, здесь всего 2 гигабайта оперативной памяти и не очень быстрый процессор. Поэтому, если вы запускаете большой объем писем, рекомендуется иметь сервер от 4 гигабайт оперативной памяти на SSD-дисках с хорошим процессором, с хорошим мощным процессором. Также для быстрой отправки, если вы используете PMTA, тоже используйте вот примерно такие же параметры. 4 гигабайта оперативной памяти и достаточно шустрый процессор. Тогда рассылка будет идти в очень быстром режиме, и можно в течение нескольких секунд отправлять до нескольких десятков тысяч сообщений. Все, в принципе, настройки, которые находятся на сервисе MailSensei, мы установили. Переходим обратно в backend панель, а здесь мы будем запускать нашу рассылочку. Переходим в раздел рассылки. Затем я возьму какое-нибудь из последних сообщений, скопирую его просто, чтобы не создавать новое название сообщений. Буду запускать всего лишь я 1380 подписчиков, чтобы не тратить наше с вами время. Просто покажу, как осуществляется именно шоковая отправка. Я уже запускал по этому списку рассылки сообщения. У меня уже есть текст сообщения, тема. Тема, кстати, здесь рандомизирована. В предыдущем варианте мы использовали несколько тем, но сейчас будем использовать одну, ну, тоже рандомизированную, в принципе. Выбираем обязательно наш сервер, именно один сервер, на котором у нас установлена PowerMTA. Все, переходим к редактированию сообщения. Сообщение здесь очень простое на самом деле, так как объем у нас рассылки небольшой, текста здесь немного. То есть здесь используется большая часть картинка, чтобы скрыть призывающие к действию, так скажем, предложения, которые в Spam-фильтре, если они были бы в текстовом варианте, они бы их заблокировали при рассылке. Поэтому здесь используется большей частью картинка. Ну, этого, в принципе, здесь достаточно. Затем я перехожу к отправке сообщения, но сразу сообщение не отправляю. Для начала мне нужно будет притормозить работу PowerMTA, чтобы загрузить в нее все тексты сообщения перед запуском рассылки. Что это такое? То есть фактически мы сейчас из скрипта MailSensei запустим рассылку, но она получателю сразу не уйдет. Она сначала загрузится у нас в PowerMTA и будет отображаться вот здесь вот в виде цифровых значений, а вот в поле out у нас будут стоять нули. Для этого нам необходимо остановить работу PowerMTA, именно отправку. У нас есть инструкция для работы с PowerMTA, которую мы использовали для установки PowerMTA, и здесь есть дополнительные команды. Дополнительные команды мы будем использовать сейчас pause query и resume query. Копируем сначала первую команду pause query. Ее можно вводить как в консоли управления через модуль управления PowerMTA, также можно вводить ее через путь, то есть подключившись к сервису через консоль управления сервером. Мы же для простоты введения команды будем использовать вот стандартный монитор от PowerMTA. Переходим в обкладку Home, здесь находим ссылочку Run Command, то есть введение команды. Появляется вот такое поле, команд здесь на самом деле может быть много. Вставляем сюда нашу команду Pause Query и ставим нашу систему PowerMTA на паузу. Ставим на паузу, затем возвращаемся к нашему сообщению и нажимаем «Отправить сообщение». Все, в принципе, сейчас в течение минуты сообщение будет у нас отправлено в PowerMTA, и мы увидим это в мониторе. А пока можем перейти сейчас в конфигурационный файл. Я вам тоже покажу несколько моментов, которые важно знать при запуске рассылки через PowerMTA и настройке конфиг файла. Я не буду показывать сейчас, где это находится. Я думаю, вы уже догадались, где находится конфиг файл. Я просто его открою. Пробежимся немножко по настройкам конфигурационного файла, что здесь где находится. Сверху находятся настройки для пользователя админа, которые вы можете, в принципе, изменить. Можете изменить SMTP юзера, то есть логин. В данном случае это админ по умолчанию. Можете изменить пароль. Ну, об этом мы говорили в предыдущих уроках. Но также есть еще одна фишка, которую вы тоже можете использовать. Мы в предыдущем уроке по установке PowerMTA показывали, что мы в конфиг файле можем ставить здесь
IP-адрес нашего компьютера, чтобы только по этому IP-адресу у нас открывался наш монитор. Также можно сделать здесь любой IP-адрес, особенно это актуально, если ваша панель управления PowerNTA постоянно зависает из-за того, что IP-адрес часто меняется провайдером, который предоставляет вам интернет. Чтобы просто не мучиться с этим моментом, вы можете здесь поставить, чтобы панель была открыта с любого IP-адреса. Для этого копируем вот это вот значение HTTPSS, где у нас идет монитор, да, копируем его и вставляем вот сюда. То есть заменяем наш IP-адрес, который мы устанавливали ранее, просто на 2.0 через черточку. Это будет означать любое значение. То есть любой IP-шник может использовать нашу панель управления PowerNTA. В таком случае мы можем с любого IP-шника зайти на наш сервер. Но важно понимать, что в данном случае у вас панель управления PowerNTA может быть открыта абсолютно любым человеком. Там вряд ли что-то удастся сделать. Единственное, что можно будет делать, то остановить, либо запустить, допустим, ту рассылку, которую вы делаете. Опять же, если вы боитесь, что кто-нибудь проникнет в вашу панель управления, консоль управления PowerNTA, то тогда можете здесь установить ваш IP-адрес. Если же для вас это не критично, то можете здесь поставить просто 0/0. Тогда можете заходить сюда с любого IP-адреса. Здесь же можно поставить SMTP-порт 2525, в данном случае используется, но мы, в принципе, будем использовать только его для рассылки. Все, затем опускаемся ниже, идут настройки для доменов. Они уже установлены на максимально шустрые, можно сказать, параметры. Это настройки не для приема входящих сообщений, да, а именно настройки отправки на какие-то домены. Вы здесь можете установить свои параметры. По умолчанию это идет 50 сообщений в секунду. Вы можете поменять здесь, поставить свои значения. Значение времени здесь устанавливается S – секунды, HOW – часы, да, и D – это дни, или M – минуты, то есть одной буквой здесь устанавливается значение именно временного промежутка, ну и здесь значение времени само. Все эти значения тоже можете самостоятельно поменять, если, опять же, это необходимо. Ошибки мы в предыдущем уроке удалили, то есть те параметры, по которым PowerNTA отслеживает баунсы, и баунсы сейчас у нас будут приходить на почтовый ящик bounce, собачка, название домена, и анализироваться самим скриптом. Если же вы подключаете скрипт к программе, где нет такой возможности, то лучше использовать стандартный функционал системы PowerNTA. Внизу в самом находятся у нас настройки для нескольких IP-адресов, нескольких доменов, но их коснемся мы чуть позже. То есть, ну вот так вот чуть-чуть вкратце затронули конфигурационный файл нашей системы PowerNTA. После сохранения файла обязательно убедитесь, что все настройки у нас внесены и сохранились на сервере, и они вступят в силу только после перезагрузки сервера. Возвращаемся к нашей консоли управления. Как видите, у нас скрипт уже начинает потихонечку загружать, и в поле IN, то есть входящие письма, у нас уже начинает появляться письма. И, как вы можете заметить, загрузка писем производится в не таком уж и быстром темпе, которым бы хотелось бы. Это обуславливается тем, что, в принципе, сервер недостаточно мощный здесь. Также скорость загрузки может зависеть еще от того, что мы перезагрузили наш сервер тем, что установили многопоточную рассылку, слишком очень много потоков установили, можно снизить количество потоков, допустим, здесь поставить 3 или 5 количество потоков, да, снизить количество подписчиков одновременно отправляемых. Это увеличит на самом деле скорость, поскольку мы будем использовать меньше потоков и скрипт будет меньше загружен. Поэтому учитывайте это, если у вас сервер ваш не так мощен. То есть здесь это наглядно видно. То есть в течение какого времени, какое количество писем у нас загружается. Также количество отправленных писем мы можем посмотреть в стандартной статистике. Если перейдем, кликнем на любое сообщение, то будет видно, какое количество сообщений у нас загружено, то есть отправлено из скрипта. Сейчас просто дадим немножко поработать нашему скрипту и дождемся, пока он загрузит всю корреспонденцию в PowerNTA. Все после того, как у нас письмо будет полностью выгружено, 1380 подписчиков, как у нас и должно было быть. Здесь также в PowerNTA в консоли увидите соответствующие цифры. После этого можно будет уже запускать рассылку с самой консоли управления PowerNTA. Для этого опять переходим во вкладку Run Commands, открываем нашу инструкцию, в которой находятся команды, и берем уже следующую команду PowerNTA Resume Query. Копируем PowerNTA Resume, возвращаемся в PowerNTA и вставляем ее сюда. И нажимаем Enter. Все.
команда сработала, переходим во вкладку Home, и, как вы видите, у нас резко запускается рассылка. Буквально 400-600 сообщений у нас отправляется в секунду. Если быстро обновлять, то мы увидим, что рассылка запускается очень быстрыми темпами. За такой короткий промежуток времени, во-первых, спам-фильтры не успевают среагировать на всю вашу рассылку и не успевают ее заблокировать, если у вас идет рассылка достаточно быстрыми темпами. Также пользователи, которые получают ваши сообщения, они, во-первых, не сразу же прочитают сообщения, а прочитают их в течение какого-то времени. Если кому-то рассылка не понравится, то он не успеет просто пожаловаться на рассылку. Тем самым открытие и доставляемость писем будет на порядок выше, если вы запускаете вот такую вот резкую рассылку. И опять же, я это рекомендую делать именно в тот временной промежуток, в течение которого люди, вероятнее всего, открывают ваши письма. То есть это где-то в 10 часов утра. Опять же, ориентируйтесь по тому часовому поясу, в котором находится ваша целевая аудитория. И лучшее время для отправки – это вторник и среда. Среда. Вторник, среда, 10 часов утра. Лучшее время для отправки email сообщений вот таким вот именно способом, для того, чтобы ваши письма тут же открывались и была выше вероятность, что их прочитает ваш конечный пользователь. Вот таким вот нехитрым способом мы запустили быструю рассылку на 1300 писем. Иногда может происходить ситуация, когда вы запускаете email рассылку, особенно на большое количество сообщений, это часто заметно, у вас в загруженных сообщениях количество сообщений намного выше, чем в отправленных. То есть, допустим, вы отправляете 30 тысяч, а отправляется у вас из PMTA только 20 тысяч. Происходит это по следующей причине. В PMTA, во-первых, в конфигурационном файле также настроена скорость отправки на определенные доменные имена, на определенных провайдеров. Также есть фидбэк, то есть сообщения, которые идут от спам-фильтров в качестве баунсов, они мгновенно анализируются самой системой Power MTA, но они анализироваться будут опять же в том случае, если вы не удаляли это из настроек самой системы Power MTA. Если же записи ошибок баунсов вы не удаляли, то у вас рассылка может идти с задержкой. То есть определенный сервер, допустим, вот Яндекс, очень часто такое бывает, что при рассылке на Яндекс идет блокировка отправки, и Яндекс не принимает просто сообщение. Он отправляет ошибку, Power MTA быстро эту ошибку определяет и затем перестает на какое-то время, на час отправлять сообщения на почтовые ящики, которые находятся на Яндексе, на домене yandex.ru. Тем самым PMTA делает задержку в отправке и в следующий раз через час уже доставляет в инбокс. Также есть много доменных имен, которые тоже имеют такие настройки. То есть у них в настройках указано, что с одного IP-шника на их доменное имя не может приходить, допустим, больше 500 сообщений. Если приходит больше, они блокируются. Это делается большими компаниями, чтобы им, сотрудникам, не отправляли спам, например. PMTA же обходит эту защиту, опять же, если эти настройки у нас работают в нашем конфигурационном файле. В данном же случае, вы видите, у меня здесь больше сообщений, поскольку я до этого уже запускал рассылку через Power MTA, и у меня некоторые сообщения стояли на паузе. И после того, как мы загрузили новую партию и отправили, у меня сначала отправилась новая партия, а затем уже отправились те сообщения, которые у меня были на паузе. Если вы хотите сбросить статистику отправки сообщений, то достаточно просто перезагрузить сервер. Перезагружаете сервер, и у вас сбрасывается вся статистика по отправленным сообщениям. Это очень удобно, если вам нужно запустить следующую рассылку, чтобы эта статистика вам просто не мешала. Если же мы сейчас перейдем в основной почтовый ящик, с которого мы запустили эту же самую рассылку, то будем видеть, что здесь уже пошли ответные письма, то есть кто-то отправляет ответные сообщения. Некоторые системы у нас все-таки не распознает, как Power MTA, так и MailSensei. Некоторые почтовые провайдеры, почтовые системы иногда меняют сам текст сообщений, которые отправляются в качестве баунса обратно. Вы можете это сделать самостоятельно, как и в Power MTA, так и в скрипте MailSensei.ru. Где это находится, мы тоже чуть попозже разберем. Ну, PMTA, я думаю, вы уже нашли, где это находится и как это редактируется. Там, в принципе, ничего сложного нет, главное понять логику работы. Также здесь можно будет... Также в этот основной почтовый ящик приходят сообщения от самого постмастера, который находится на вашем же сервере. То есть PMTA отправляет вам же сообщение на ваш почтовый ящик для того, чтобы, допустим, сказать следующее. То есть, да, здравствуйте, я ваш mail-сервер такого-то домена, да, то есть вашего домена.
Я отправляю вам это сообщение, потому что хочу вас предупредить о статусе такого-то сообщения. То есть вот на данный почтовый ящик была приостановлена отправка, да, потому что здесь существует такая-то ошибка. Чаще всего эти ошибки приходят из-за того, что спам-фильтры просто блокируют отправку сообщений, и наш сервер, наш mail-сервер нам отправляет подобные сообщения. Как отключить эти сообщения, если честно, мы пока что не разобрались с самой PMTA. Я думаю, в дальнейшем, когда мы решим этот вопрос, запишем отдельный видеоурок, либо включим этот момент в дальнейших уроках по другим темам. Также еще хотел затронуть такой вопрос, который часто нам задают. Если у вас уже, допустим, установлена система Mail Sensei на вашем сервере, то, в принципе, вы можете установить Power MTA даже на тот сервер, где у вас установлен скрипт Mail Sensei. То есть, вы берете тот же самый сервер, на котором у вас установлен скрипт, и устанавливаете на него дополнительно Power MTA. Также важно при этом установить в настройках Exima, чтобы у вас не использовался 25-й порт, 2525 в нашем случае, так как его будет использовать Power MTA. И в дальнейшем мы также будем показывать, как на Power MTA, на своем Power MTA настроить рассылку для других доменов. То есть у вас PMTA может стоять на одном сервере, на одном домене. Мы покажем вам, как настроить на этом Power MTA рассылку, чтобы она шла с другого домена, но с этого же, допустим, IP-адреса. То есть фактически мы покажем, как сделать настройку с одного IP-адреса и с нескольких доменных имен. То есть спам-фильтры будут видеть их как несколько разных серверов, по сути дела, то есть рассылка же идет с домена, но они будут идти с одного IP-адреса. То есть как бы рассылка идет с одной компании, но при этом используют ее разные сотрудники, можно так назвать. Но более подробно об этой системе мы поговорим опять же в дальнейших видеоуроках.